знаем, автобусом какой компании она поехала. Я позвонил во все офисы, никто ничего не знает. Да, поезжай на автовокзал, посмотри там, не привлекай внимания. Если она тебя заметит, может испугаться и убежать. Думаю, поздно ночью приедет. Мы не знаем, когда она вышла из дома. О, Аллах, за что нам такие переживания? За что? Надя, дай-ка мне. Прочими слезами здесь поможешь, а? Хорошо, спасибо. Я поговорил с Хидаетом, дядь Бурхан. Он поедет на автовокзал и будет ждать там. Как только автобус приедет, и он увидит букет, сразу же нам позвонит. Хорошо. Каан, пусть тетя Гюльджан тебя покормит. Но мы с папой хотели... Каан, иди. Сделай, сынок, как я говорю. Давай, иди поешь. Хакан Би беспокоится за Нюлюфер, Анур. Где она сейчас? Все в порядке. Она в безопасности, не волнуйтесь. Нурби, я очень сожалею о том, что привел к вам Нилюфер. Свати, Свати, что с тобой? Ай, Суну, что же ты стоишь? Принеси скорее нашатырь. Ты что, не видишь, на Дедеханым плохо? Бурханбей, умоляю, найди моих внуков, верни их. А, Свати, ну нельзя же так убиваться. Успокойся, прошу тебя. Дети все так делают. Подумаешь, поехала к маме. Вот увидишь, скоро она объявится. Замолчи. Хватит тарахтеть на дух. Дыр-дыр-дыр-дыр. Ну что я такого сказала, Свати? Что ты за женщина такая, Нариван? Пропали два ребенка, маленькая девочка и младенец. Неизвестно, что с ними приключилось. Никто не знает, где они. Непонятно, здоровы или нет. А ты все за свое. Дети все так делают. У тебя что, совсем голова не работает? Они по-хорошему не понимают. Понятно, что девочка сбежала. С такой-то мачехой ее матерью маньячка. Ой, бедненькие, хоть бы с ними ничего не случилось. Ой, молчи, упаси Аллах. Что ж, прекрасно, что с Нилюфер все в порядке. Честно говоря, я невероятно волновался за нее. Да-да, все хорошо. Ну тогда, значит, теперь вы будете заниматься воспитанием Нилюфер, да? Я решу эту проблему, Хакан Бей. Не беспокойтесь. Спасибо вам, что позаботились о Нилюфер. Хорошо. Тогда, если вы не возражаете, я пойду. Да, и вы уж меня простите, пожалуйста, я побеспокоил вас по такому вам вопросу. Вам не нужно ни за что извиняться. Прошу вас.